Шел 1722 год. Военная эскадра голландского адмирала Якоба Роговена бороздила просторы Тихого океана в поисках острова, где могла укрываться флотилия английского пирата Дэвиса. Флебустьер Дэвис прославился своей беспощадностью и неуловимостью, и у его флотилии где-то было убежище. Про него сбивчиво рассказывали плененные военными моряками разбойники. Но где? Голландская эскадра уже пересекла экватор и взяла курс на Южную Америку. Как вдруг на флагманском корабле закричали «Земля!». Вперед смотрящий на мачте увидел на горизонте большой остров. Адмирал Роговен объявил боевую готовность и приказал идти к берегу. Когда корабли подошли к прибрежным скалам, то никакой базы пиратов там не обнаружили. Тем не менее, остров оказался обитаем. К флагманскому корвету подплыла пирога, и на борт поднялся туземец. «Как называется остров?» — спросил аборигена адмирал Роговен. «Рапа-Нуи», — с пафосом ответил туземец. Корабельный толмач перевел. «Пуп земли». Роговен усмехнулся. У него было свое представление, где находится пуп земли. И это название ему явно не понравилось. «А какой сегодня день?» — поинтересовался адмирал у Старпома. «7 апреля», — ответил Старпом. «День воскресения Господня». «Раз так, то назовем остров в честь этого светлого праздника». «Пусть будет остров Пасхи», — объявил всем адмирал. Так и записали в судовом журнале. Не знал и не ведал тогда голландец, что открыл самое таинственное и самое жуткое место на земле. Они стояли на берегу и сверлили своим безжизненным взглядом прибывших из-за океана чужаков. Эти каменные истуканы поистине были настоящими гигантами. Массивные головы, длинные уши, тяжелый выступающий подбородок и полное отсутствие ног. У некоторых на головах возвышались шапки из камня красного цвета. Исполины были повсюду. При этом высота многих изваяний достигала 20 метров. Сначала голландцы сочли каменных истуканов некими мифическими стражами острова, то есть своеобразными колдовскими талисманами обитателей этой странной земли, расположившейся в самой середине Тихого океана. И такая версия очень долго принималась исследователями за основную, но потом ее стали подвергать сомнению. Кто-то считает, что это оберег, защищающий остров от воздействия извне. Но, к слову сказать, жители острова не знали о том, что находится за пределами видимого горизонта, и никогда не опасались внешнего вторжения. Следовательно, защищаться им было просто не от кого. Действительно, затерянный в океане остров не ведал внешних врагов. Что же тогда могли значить эти каменные истуканы? Голландские моряки были в шоке и терялись в догадках. А потом они с тревогой стали наблюдать, как аборигены разожгли костры перед таинственными исполинами и начали усердно молиться. Сидя на пятках и преклонив головы, туземцы ритмично поднимали и опускали руки. При этом все время оглядывались на незваных гостей. Голландцам стало не по себе. Даже бесстрашный адмирал Роговен ощутил мелкую дрожь в теле, и с его лба полился холодный пот. И тогда командующий эскадрой приказал поднять паруса и немедленно отойти от берега. От греха подальше, как сказал адмирал. На острове голландцы провели всего один день. Долго еще потом моряки гадали относительно разных странностей, замеченных на берегу. Почему-то аборигены имели отличные друг от друга расовые признаки. Среди них были черные, желтые, красные и даже бледнолицые люди. А еще их тела были разрисованы татуировками всевозможных птиц и зверей. Это было тоже удивительно, поскольку из всей живности на острове, которую удалось заметить голландским морякам, водились только крысы и мелкие ящерицы. То есть аборигены показались первооткрывателям острова не менее таинственными, чем сами каменные исполины. Вот то, как выглядели эти исполины, на кого они были похожими, то есть кто были предки
жителей острова Пасхи. Этот вопрос, конечно, до сих пор всех волнует, и здесь скрещивают копья сторонники и древних плаваний через океан из Полинезии и, наоборот, из Южной Америки. И вот до сих пор идет эта битва. Прошло ровно полвека после открытия острова Пасхи голландским адмиралом Роговеном, и аборигены начали потихоньку забывать о визите и последующем паническом бегстве чужаков. И вдруг на горизонте вновь появились корабли. Это была экспедиция знаменитого английского мореплавателя Джеймса Кука. Кук сошел на берег с явной опаской, но решил все-таки здесь задержаться. В отличие от адмирала Роговена, каменные исполины не гнали англичанина прочь, а наоборот манили к себе. Долго Джеймс Кук переводил взгляд со стуканов на туземцев. Неужели эти примитивные люди могли создать такие шедевры? Участник экспедиции Кука, путешественник Георг Форстер, чуть позже в своем дневнике написал: «Обитатели острова не имеют никаких инструментов и самых примитивных навыков ремесла. У них нет даже крова и необходимой одежды. И единственное, в чем они преуспели, так это в плотских утехах». Английские исследователи не могли поверить, что эти доходяги, погрязшие в разврате, голоде и нужде, могли даже помыслить о сооружении таких колоссов. Но ведь кто-то-то их изваял и каким-то таинственным образом выставил на берегу. Возникла версия, что полуголые и вечно молящиеся истуканам туземцы – это просто ширма. Но там, в глубине острова, скрывается кто-то другой. Но кто? На самом деле, совершенно загадочная цивилизация, не побоюсь этого слова, именно цивилизация, потому что она породила таких истуканов, похожих на которых практически почти нет, так скажем, во всем мире. Есть некоторые похожие вещи, но вот то, что на острове это произошло, и в центре Тихого океана родились вот такие вот длинноухие, длинноносые какие-то существа огромного роста, огромного веса, это загадка, которую решали многие. Чуть позже оказалось, что происхождение острова тоже загадка. По одной из версий, он является частью палеоматерика Гондвана или Лемурия, поглощенных морской пучиной несколько сотен миллионов лет назад. Но когда континент ушел на дно, то самая его высокая вершина осталась на поверхности и стала островом в Тихом океане. Сам же остров оказался убежищем, остатком древней и всесильной империи Му. По другой версии, остров Пасхи – это остаток знаменитой Атлантиды. И в глубине его до сих пор обитают немногие из оставшихся в живых атлантов. Они прячутся от современной цивилизации, а чтобы до них не добрались, то выставляют на берегу диких туземцев для прикрытия. Однако современные исследователи считают эти версии несостоятельными. Говорить о том, что остров Пасхи, который так в середине океана находится, так вот, ну, если грубо говорить, является остатком, ну, там, Атлантиды или даже более древнего какой-нибудь там империи Му, ну, наверное, нельзя. И во всяком случае геологи говорят, это вот, ну, гора затопленная, так сказать, конечно, морем, океаном. Раньше уровень был на 100 метров ниже. Она не является частью какого-то материка большого. Она как бы сама по себе, там вулканическая, допустим. Но тем не менее, почему именно здесь? Тут есть одна интересная вещь, на которую не сразу обратили внимание исследователи. Некоторая часть каменных изваяний, которые стоят на берегу, смотрят вовсе не в сторону моря. Их головы повернуты на 180 градусов с таким прицелом, чтобы условный взгляд истуканов был сосредоточен на суше, а точнее на горе, которая возвышается в глубине острова. И, по всей видимости, это было сделано с определенным умыслом. Значит, на этой горе или внутри ее что-то было, а может и сейчас есть. Это некое священное место, которого из поколения в поколение вот это вот передавалось. Вот здесь, в этом месте, должно было что-то произойти. Могло быть, что именно в свое время, когда-то, вот именно на эту гору спустились какие-то ребята, даже без скафандров, а с какого-то летательного средства, ну, я так фантазирую,
или просто появились там из другого измерения такие ребята, которые кардинально отличались от местных, так сказать, жителей. И дали, например, этому совершенно изолированному народу, немногочисленному, письменность, которая до сих пор вызывает удивление. Про письменность обитатели острова Пасхи впервые узнали испанцы, когда высадились там в 1770 году. Моряки долго выпытывали у аборигенов, чей остров. Выяснилось, что ничей, то есть не принадлежащий ни одной крупной морской державе. Это непорядок, сделали вывод капитана кораблей и тут же решили присоединить затерянный в Тихом океане клочок земли к владениям испанской короны. Каково было удивление мореплавателей, когда вождь местного племени взял перо и поставил причудливый знак под текстом акта присоединения острова. Похожие иероглифы оказались и на телах аборигенов в виде татуировок, и на прибрежных скалах. Из этого следовал только один вывод – туземцы владели письменностью. Действительно, если экспедиция Кука углядела в обитателях Пасхи настоящих дикарей, испанцы нашли аборигенов людьми вполне образованными. Французский миссионер Эжен Эйро, который в 1864 году отправился проповедовать на Пасху, обнаружил, что в каждом доме островитян находились таблички, исписанные иероглифами, напоминающие причудливых животных. Француз был шокирован. Это была самая настоящая письменность. А это уже неоспоримое свидетельство существования на острове какой-то таинственной цивилизации. Однако через некоторое время все дощечки странным образом исчезли. Кто-то явно пытался уничтожить признаки того, что на Пасхе есть что-то еще или кто-то еще, кроме туземцев. Сами же туземцы на все вопросы чужаков отвечали уклончиво и загадочно. Они рассказывали, что статуи, которые именуются Моаи, обладают священной силой и обращены лицом к той части света, над которой имеют власть и за которую несут ответственность. Именно поэтому остров и назвали «пуп земли». А на вопрос, как статуи оказались на берегу, отвечали так. «Сами пришли». Но как истуканы могли, образно говоря, прийти сами, если у них даже нет ног? Здесь явно было что-то не так. Это во-первых. А во-вторых, чей облик пытались запечатлеть в истуканах древние скульпторы? Ведь они изображены даже не по пояс, а так по грудь, как бы погружены. То есть, если их представить, что у них еще там ноги есть, туловище, то они как раз метров под 20, даже больше будут. Это первая коренная раса Земли. Ну, есть там, что они в Лемурии жили, это вот континент Му там и так далее, обладали тоже возможностями, подобно богам. Впоследствии археологи обнаружили и так называемые ноги. Они раскопали основание одной из скульптур и убедились, что более значительная часть туловища покоится под землей. И тогда коренные жители вновь стали утверждать, что Моаи шли к берегу моря сами. Но как? Поскольку никакого разумного объяснения такому заявлению не было, туземцам никто не хотел верить. И тогда исследователи сами начали искать ответ. Было уже понятно, что истуканов высекали из камня в глубине острова. Но как же все-таки этих исполинов весом до полусотни тонн доставляли на берег? И каким образом мастера водружали на голову многотонные каменные шапки? Ортодоксальный ученый мир ничего не хотел слышать о каких-то мистических версиях. Поэтому ученые стали пытаться найти разгадку, исходя из обычных законов физики и механики. Этим вопросом занимался такой чешский исследователь Павел, который в середине 90-х годов провел эксперименты на острове. Он жил там буквально несколько месяцев и смоделировал практически все процессы от высекания этих истуканов в каменоломне неподалеку от места их стоянки и транспортировки их с помощью блоков, веревок и так далее, канатов с примитивных орудий к месту их как бы постоянной дислокации.
То есть исследователь собрал аборигенов и уговорил их вспомнить занятия предков и изготовить статую. Те очень старались. Многие стерли ладони в кровь, но за несколько дней высекли из туфа и стукана весьма похожего на древнего. А потом продемонстрировали способ его вертикальной транспортировки. Статую раскачивали веревками, попеременно продвигая вперед ее правое и левое плечо. Однако туземцы экспериментировали с малышами, то есть с уменьшенными копиями истуканов. Как оказалось, такой способ транспортировки абсолютно не годился для многометровых колоссов массой по 50 тонн и более. Это вытянутый карандаш, стоящий на своем торце, передвигающийся, я напомню, не по асфальту, не по бетону, а по земле, которая под такой массой вполне может просесть и вполне проседает. Переместить один единственный образец, не самый большой, на небольшое расстояние по твердой поверхности вполне можно, сомнений нет. Но сделать это в массовых количествах практически невозможно. Действительно, каменных изваяний на острове почти 1000 штук. При этом подъемных кранов у древних жителей Пасхи не было точно. Если бы удалось сохранить те самые таблички с иероглифами и расшифровать их, то, возможно, завеса тайны над этими истуканами приподнялась. Но последний шанс разгадать загадку был упущен. Поэтому приходится гадать и даже высказывать самые немыслимые предположения. Например, что истуканов заставляли ходить жрецы. Эти жрецы постоянно посещали священную гору, ту самую, на которую смотрят некоторые каменные исполины, и общались там с какими-то другими обитателями острова. Потом возвращались и демонстрировали фантастические способности управления гравитацией. То есть с помощью техномагических приемов заставляли истуканов зависать в воздухе и самостоятельно перемещаться к месту установки. А аборигенам все это казалось волшебством. Они были абсолютно уверены в том, что статуи шагали сами. Исследователи предполагают, что это на самом деле была просто иллюзия, а не какая-то таинственная магия. Здесь надо вспомнить тот самый эксперимент с перемещением уменьшенной копии исполина, когда вертикально установленную статую раскачивали веревками и поочередно толкали вперед то левое, то правое плечо. На тех, кто наблюдал за работой, это производило такое впечатление, что статуя движется самостоятельно. Никто не знает, как в реальности транспортировались эти муаи. Но я в последнюю очередь, как за палочку-выручалочку, хотел бы цепляться за теорию техномагии. Потому что в реальности, по крайней мере, среди современных потомков строителей Моаи, нет ни одного человека, который бы мог повторить это хотя бы на небольшой изделии. Но однажды производство истуканов прекратилось, причем внезапно. Исследователи в один голос утверждают, что их не покидает такое ощущение, будто таинственные скульпторы в один момент все бросили. В каменоломнях продолжают валяться заготовки статуй и древние орудия труда, а готовые муаи лежат вдоль трех древних дорог, по которым они с помощью магии шли к побережью. Скорее всего, на трудолюбивых жителей острова Пасхи обрушилась некая беда, которая привела их общину в упадок и довела людей до деградации. Все это похоже на некую кару, неспосланную свыше за грехи. Чем же могли прогневить богов древние жители острова? Возможно, людоедством. Первооткрыватели острова были уверены, что местные жители – это потомки полинезийцев. Они всегда считались каннибалами. Когда полинезийцы прибыли на новое место, то встретились там с более древними обитателями Пасхи. Возможно, с теми, чьи облики они стали позже высекать из камня и расставлять по острову. Но потом что-то случилось. Возможно, война племен. Враждующие стороны начали уничтожать друг друга и поедать убиенных. И тогда более древние обитатели Пасхи обрушили на каннибалов свой гнев. Их лишили поддержки,
обратили в первобытное состояние, оставив только возможность молиться на истуканов. Но так ли это? Знаменитый норвежский исследователь Тор Хейердал попытался доказать, что обитатели Пасхи никакие не потомки полинезийцев. Остров был заселен инками. Хейердал обратил внимание на физические совпадения между вытянутыми обликами статуй Пасхи с определенными народами Южной Америки. После войны он совершил свое знаменитое путешествие на плоту Контики. Не просто так, чтобы вот из спортивного интереса переплыть Тихий океан. Ему нужно было доказать, что древние жители Перу, вообще всего побережья Южной Америки, западного побережья, они выходили в океан, смело выходили на бальсовых плотах в океан, пересекали его и заселили острова, вот в частности Пасху, и двинулись дальше с одной, в одну сторону к Гавайям, а другую, значит, чуть-чуть в сторону, в Полинезию. Версия с инками очень интересна. Прежде всего тем, что они являются потомками древней и высокоразвитой цивилизации. Но эта цивилизация не могла деградировать до такой степени, чтобы превратиться в дикарей-людоедов. То есть тайна острова Пасхи никак не хочет раскрываться. И, похоже, у этой тайны есть свои ревностные хранители. О них упоминали еще путешественники, посетившие остров с экспедицией Кука. Они заметили, что некоторые пасхальцы, скорее всего жрецы, исчезали под землей, пользуясь потаенными ходами среди каменных груд, и ни за что не хотели пускать англичан в такие места. Об этом случае вспомнили уже в 1978 году, когда Жак Ив Кусто и еще 7 ведущих американских океанологов исследовали океанические впадины вблизи острова. Однажды Кусто поднялся с глубины в состоянии шока. Исследователь сообщил, что на дне угадываются очертания стен, напоминающие квартал огромного древнего и таинственного города. Через сутки в лагерь экспедиции пожаловали люди из службы госбезопасности Чили, которую тогда курировал диктатор Пиночет. Всех исследователей обязали подписать бумаги, запрещающие рассказывать о том, что водолазы увидели на дне возле острова. Более того, старший офицер приказал немедленно прекратить исследования и свернуть экспедицию. Что особенного могло быть в той впадине? Кусто долго не мог этого понять. Но было очевидно, что чилийская госбезопасность сильно испугалась. При этом никаких разъяснений экспедиция не получила. Были попытки более подробно изучить остров Пасхи и позже. Но они также жестко пресекались как местными властями, так и правительством Чили. Возможно, кто-то знает о некой тайне острова Пасхи. О тайне каменных истуканов и туземцах, проживающих там. Но тайна эта настолько важна, что ее хранители будут молчать вечно.